Well, hello, ladies and gentlemen. La-la-la-la-la. Так бы примерно начиналась запись, если бы я умел говорить по-английски. Но, к сожалению, я полный неуч. Всем привет, с вами снова... Думаю, говорить, кто я или нет, потому что наверняка найдутся люди, которые посчитают забавным фразу из трех букв. Ну да ладно. Все это говорю, чтобы прошла серая хренотень, которая у меня почему-то от эксплита постоянно возникает. К сожалению, так и не смог поставить нормальное разрешение. Компьютер слабенький, ни хрена не тянет. Ла-ла-ла, еще со звуком проблем. Вообще полная ерунда. Мог вообще не записывать, но как я могу, если целых 20 комментариев набралось? Это же кошмар, как много. Мы остановились с вами в предыдущий раз на всего лишь втором уровне. Так, это была вводная запись данной игры. И сейчас мы непосредственно прыгаем дальше по замечательным... подземельям и так далее, что нам попадется, неважно, вон на карте все нарисовано. Надеюсь, разрешение хоть немножко позволяет посмотреть все это. Некоторые из вас смогут даже выключить звук, прочитать субтитры, потому что слушать меня наверняка сложно. Но нас ждут впереди, я предполагаю, еще уровни 10 этой замечательной игры. Да, замечательно. Погнали. Так, что-то... Что-то я не понял. А, все, нормально. Подлагнуло что-то, ну ладно. Ну и я немножко, совсем чуть-чуть увеличил разрешение. О, ребята уже идут. Я думаю, нам пора в цирк, ребята, потому что вряд ли кто-то еще может сделать что-то подобное. Хотя, может быть, это уже как бы мертвые гимнасты. Фиг его знает, откуда что происходит. Какие-то непонятные лаги. Мысль потерял. Черт. Ну ладно. Наверху бутылочки с энергией, они нам не особо нужны, потому что у нас полная. Это ерундень. По-голливудски перепрыгиваем. Да. Ну, в Голливуде наверняка с чего-то начинали тоже. Поэтому... Здравствуйте. Скелет умеет садиться на шпагат. Прошу заметить, а плохо из-за кустов видно. Ну, вот, сейчас я покажу, вот. Ну, блин, ладно, двигайся. Двигайся, дурак. Вот, смотрите. Растяжка у него, точно, зашибись. Мне бы такую. Собственно, цель нашу вы уже наверняка знаете. Тем, кто не знает, можете посмотреть первую запись. Первую часть записи, или как это назвать. Понятия не имею. Но это особо, я думаю, не важно. Краткая предыстория, если кому-то вообще совершенно лень смотреть предыдущую трансляцию, хотя... Почему называют трансляцию? Не знаю. Запись. Конечно же, запись. Так вот, мы трое замечательных друзей. И по словам «друзья» я подразумеваю совершенно незнакомые люди, которых объединил таинственный артефакт под названием Трайн. Ну, объединил в прямом смысле, мы просто все прилипли к нему, и наши души... просто соединились, и мы не можем теперь ничего с этим поделать. Но это нам дает некоторые бонусы. К примеру, замечательный бонус то, что мы бессмертны. Ну, до тех пор, пока жив хотя бы один из нас. У нас есть возможность воскресить товарища. Что, согласитесь, неплохое, как бы так, компенсация того, что наши души соединились вместе. Звучать может очень бредово это все, но тем не менее это так. Почему-то... Ой. Вот. Демонстрирую наглядно, что бывает, когда ты говоришь всякую ерундень, и в это время убивают одного из твоих товарищей. Но ничего. Достигший чекпоинта, он у нас возродился. Мы видим здесь. Надо сейчас подобрать коробочку со здоровьем, чтобы... Да ладно, сколько можно? Чтобы немножко хотя бы отрегенить часть того, чего мы потеряли... Чего потерял, точнее, рыцарь, будучи убитым. Ну, благо игра сейчас нам дает это сделать без особых проблем. Вот какой-то сундук там. Иногда бывает так, что она ничего не дает. То есть можете идти лесом. Что же у нас здесь, интересно? Очередной полезный артефакт под названием амулет роста энергии. Что ж все на энергию там у нас? Ну, естественно, за волшебника это пока зафигарим. У нас все равно остальные пока не могут использовать энергию никоим образом. Впоследствии... Ой.
Так, я не могу перебивать женщину, простите. В чем смысл тогда вот этого? Зачем? Зачем она так опускается по-дурацки? Ну ладно. А твою налево, тихо. Вот так вот тогда сделаем. Ну, вроде куда еще не шло, нормал. Ух ты, ох ты. Отойди от меня, страшный. Ой, так, ну тут придется нам по-мужски разбираться. И я имею в виду абсолютно рандомным образом. Стандартный, то есть, такой босс, наверное, как его назвать, со своими слабостями. То есть он дезориентирован постоянно. Согласитесь, это достаточно такая большая слабость для такого босса. Тут у нас небольшое вознаграждение за наш просто безумный поступок. Я именно... Ой, найден для рыцаря. Но он автоматически... Ага! То есть это даже... Это обилка, так сказать, или как ее можно назвать получше, которая позволит нам... Что она позволяет-то нам? А, теперь мы можем кидаться. Скажите, прикольно. Бэм! Да, футболистом я всегда был никудышным. Но попробую кого-нибудь придавить. Да. Не получается у меня ничего из этого. О-о-о! Интересно. Ну ладно. Подбираем все, что у нас тут валяется. А именно это колбочки с опытом. Нам они очень нужны. Вылезти почему-то не могу. Для чего вот эти штуки, мне интересно? Может быть, там наверху что-то есть? Ой, ну ничего, мы сейчас это поднимемся по-хитрому сюда. И под этим я имею в виду, что абсолютно бесхитростная уловка была. Так. Можно еще раз наверх как-то... это, наверное, больно. Вот мы демонстрируем, как с помощью гарпуна можно опускать... Ну, то, что можно опускать с помощью гарпуна. Ой. Ликвидируем товарища. А, нет, смотрите, все-таки я бы в прошлый раз, видимо, был неправ, и урон от шипов скелетом тоже наносится. Ну, он, правда, теперь он там сидит просто так, как бы без проблем. Вот он вылез даже. Очень печально, что я не могу настроить нормальный звук из игры. Не говоря уже о разрешении хорошем. Потому что, естественно, я-то играю в нормальном разрешении. Ну, под нормальным я имею в виду 720p. И это не очень нормально, честно говоря. Обычно я ставлю больше, но хотя бы, чтобы золотая середина между лагами записи и качеством игры, это как раз вот 720. Ой, у нас там колбочка. Как бы ее взять-то хорошо бы. Попробуем волшебнице это сделать. А, нет, надо... Надо положить сначала туда куб, чтобы мы не упали. Вот теперь можно попробовать. Пэм. А! Какая жаль. Так, тебе как бы вылезти-то теперь? Без потери здоровья. Ладно, это тоже вариант, в принципе. Так, до воскрешалки там далеко. Блин, ну нормально, наверное, порядочно, ну ладно. Ничего страшного, мы еще способны выйти отсюда без особых проблем, если я не умру сейчас. А это вполне может быть. Ну, вроде у нас без проблем это сейчас удалось. И под без проблем я имею в виду, что мы потеряли одного из наших героев, что, естественно, может предоставить некоторые проблемы нам. До сих пор почему-то у нас битвы особо не отличаются эпичностью. Скажем так, искусственный интеллект в этой игре... Ну, слово интеллект вообще бы я не стал употреблять в данное сочетание.
Но что вы хотите, это всего лишь скелеты какие-то. Может быть, на самом деле они все умные, просто им командует какой-нибудь, как обычно бывает, товарищ. Ай, ай, да чтоб тебя. Так, мне надо как-то туда забраться теперь. Без воровки это будет сложно сделать. Но хотя бы вот этого товарища уберем отсюда. А, нет, смотри, можно без проблем довольно-таки. А вот здесь придется куб как-то сделать, видимо. Попробуем. Так. Но проблема в том, что если туда прыгну, он свалится наверняка. О, так, а мы же можем генерить два куба. Прикольно. Я уже про это забыл. Серьезно, что ли? А, да, я вкачал еще один. Ну ладно. Тогда это еще... Мы еще сумеем это сделать. Ништяк. А, если кто вдруг не знает, то ломать... сгенерированные ящики кнопочкой Q. Так. Теперь мы так вот. А, нет. Пониже надо, видимо, немножко. Ах, да, шипы. Да что ты будешь делать? А, вот все, зато мы резнули нашу воровочку. У нее мало здоровья, к сожалению. Поэтому особо не будем ее пользоваться сейчас. Так. Хотя, черт с два, что это мы ее не будем пользоваться. Давай. А. Давай перевешивай уже. А. Не понял. Ладно. Там ничего нет. Вот меня ужасно напрягают вот эти вот штучки. Они меня напрягают просто. Я не люблю мины эти. Или шипастые мины. Насколько я помню, если я сейчас буду прыгать на эти кнопки, будут выпадывать мины, поэтому ну нафиг. Их потом замучаешься убирать. Скелеты, как всегда, стреляют на опережение, что мне очень не нравится. То есть, фактически, в момент выстрела я находился в одном месте, тем не менее, стрела уже летела по другой траектории. Может быть, мне, конечно, кажется, я туплю, но вы уж меня простите за это. Оп. Да, что такое? Для разнообразия устроим физическую нагрузку рыцарю небольшую. Тоже ему полезно будет. Привет. Красиво. А, да что такое? Надо быть аккуратным, чтобы самому не... Да что ты будешь делать? Ой. Хотя бы хоть какая-то награда за это нам перепала. Попробуем тогда с раскачки сделать. Наверное, самое оптимальное. Так, ну тут вроде тоже довольно все просто. Напороться же надо, так нехорошо. Почему-то я с одной стрелы его убил, что ли? Очень странно как-то. Так, тут нам придется лихо как-то. Я боюсь, что я сейчас накалюсь. Очень так неплохим образом. А, ну так в чем проблема, что-то не понял я. Вот и все. Вот и решили проблему. Что же у нас здесь? А здесь у нас пузырек энергии. Очень нужная вещь, блин, конечно. У нас ее и так полным-полно. Вот это называется повезло. Это я должен был как бы умереть после такой поездки по шипам, но почему-то он остался жив. Непонятно почему. Непонятно, почему, кстати, я промахнулся и не запрыгнул сюда с первого раза. Так, как быть у нас здесь? Здесь мы попробуем... Ай, черт. Так. Либо запрыгнуть, видимо, надо как-то хитро, либо запрыгнуть. Не особо много вариантов у нас в этот раз было.
Оп. Так, нет, надо, нам надо наверх. Оп. Как же, как же, как же сюда-то попасть? Чувствую, волшебница может не дожить у нас. А, о, счетерили. Да, волшебница была только частью проблемы. Черт, какая волшебница, что я говорю? Воровка, естественно же, воровка. А, так, ну тогда удачи, что? А? 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 Мне это не нравится, ребят. Так, где у нас воскрешалка? Я уж лучше спущусь немножко ниже, чем просто умру. Кстати, не особо много здоровья, потому что теперь мы понимаем, с чем связан уровень сложности наш. То есть в том числе с количеством отрегененных процентов здоровья на точке нашей. Да что ты будешь делать? А ну-ка. Мы так не договаривались. Хм. Ну ладно, придется заново прыгать. Я не люблю прыгать вообще. Вот это, наверное, самое мое нелюбимое занятие, это прыгать. Но, тем не менее, сейчас вроде справились на ура. Ха, да. На ура это, конечно, громко сказал. Блистает интеллектом рыцарь. Ну, мы пробежим дальше, может быть. Мне не особо интересно, что там они нашли. Это дело Tomb Raider уже. Точнее, Tomb. Так, один уровень позади. Что-то достаточно много времени мы убили на это. Честно говоря, ожидал, что я пройду его быстрее. О, ну теперь пейзаж немножко изменился. Пошли поля. Это хорошо. И, насколько я помню, здесь появится новый тип противников. Ай, блин. Угол атаки у вас разный, ребят. Это нечестно. Так, я что-то пропустил здесь. У меня такое чувство. Надо будет сейчас стрелы вкачать ей все-таки. А то... Как-то они долго все убиваются с рейнджа-то. Я бы даже кубики сейчас сюда поставил. Вращать предметы, кстати, во время левитации, это просто кнопками ВСД стандартными. Если вдруг кто, как бы, пропустил это. Так. Вот как он узнал, что я подпрыгнул? Это, по-моему, это нереально. Мне это не нравится. Честно говоря, естественно, может показаться, что в одного играть скучно. Ну, потому что я вот сейчас не так активно комментирую. Эй, Колбус Экспо, оставь меня. У нас новый уровень. Так вот, о чем это я? Ах, да. Что может показаться, что в одного играть скучно. На самом деле это не так. То есть даже в одного человека это может проходиться просто на ура. Так, что можно добавить здесь? Здесь ничего нельзя добавить. Здесь... Ну, здесь мы тоже добавили. То есть сейчас у нас должно быть две стрелы. О, да, это круто. А теперь нас в несколько раз быстрее должны убиваться товарищи. Так, раз выстрел. Два выстрела. По-моему, нормально. По-моему, вообще замечательно. Теперь надо как-то попасть туда. Я попробую с раскача. Там сундучок какой-то. У нас на этот раз. И я не буду произносить это слово, потому что я не знаю ударение, поэтому не буду. Точнее, не... Ой, что я говорю? Естественно, я знаю ударение, все известные, так что я даже не буду акцентировать на это внимание. Так. Едем вперед. Такой роллер-коустер небольшой. Привет. Ой, даже теперь вплотную можно их, оказывается, из двух стрел.
Это прям хорошие новости. Что я могу еще сказать интересного? Да ничего особо у меня пока интересного нет. Интересно, разве что, будем ли делать трансляцию второй части... Ой. Через цепь я почему-то не могу гарпуном зацепиться. Это печально. Чуть не упал еще. Так вот, потому что трансляция во второй части более реальная, потому как имеется в наличии онлайн-мультиплеер. Соответственно, дает нам возможность с кем-нибудь скооперироваться и... О, вот, здравствуйте. Человек с щитом. Как бы он бы ему помогал, если бы он постоянно за ним прятался. Но иногда он периодически вылазит, и это дает нам возможность... Да. О, полезное заклинание. Доски. Когда я говорил, что волшебник впоследствии научится конжурить много всяких вещей, я имел в виду, что только одну вещь, потому что кроме досок и кубов он, ну, практически больше ничего не может уметь. Ну, мы интригу сохраним до последнего, конечно же. Но, тем не менее, можете пока поугадывать, как конжурит доска. Конечно, уже подсказка была внизу, надо было их отрубить все, ну ладно. Очень просто, вот проще, я думаю, никак нельзя было сделать. Я хотел его столкнуть. Теперь. Да. Вроде мы пока можем конжурить только одну доску. Да. Вот. Естественно, они различаются по длинам, то есть зависит от того, как вы их нарисуете, так сказать. То есть конжуренная доска. Так, надо сейчас не попасть туда, как бы. Лихо. Ой. Размер. Как и с кубами, задается пользователем. То есть, если вы... Ой, я сейчас упаду. Если вы... Господи, почему я не могу сказать то, что я хочу сказать? Видимо, у меня мысли как-то вперед идут. Если вы прочертили длинную линию, соответственно, у вас будет длинная доска, короткая. Короткая доска, ну... Что значит короткая? Естественно, предел есть. То есть, там два, по-моему, размерности вот такая. И можно немножко подлиннее сделать вот такую вот. Нам сейчас ни то, ни другое не нужно. Нам бы вообще бы спуститься как-нибудь туда. Я смотрю, там что-то интересное есть. А, так это можно сделать, наверное, вот следующим образом. Вот хитро, хитро пробрались. Получили аж несколько единиц опыта. Ну, теперь надо отсюда выйти только. Не помню, как в этой части, но второй можно было, по-моему, как-то останавливать эти штуки, если я сейчас... да. Не очень помогло. Ну ладно. Сделаем тогда просто... Энергия практически кончается у нас. Ой. Стараемся. Опять не повезло. По идее, я должен был... немножко получить за счет того, что я попал на эту вращающуюся мину. Почему-то скелет с щитом на верхней платформе, обычно они внизу. Очень странно как-то с его с точки зрения. Ну ладно, хорошо. Давай так. Только ты, придурок, упал? Ну ладно. Внизу вижу еще колбекс экспой, надо бы ее подобрать как-нибудь. Это не так, в принципе, будет сложно сделать. Вон там товарищ остался почему-то. Да что такое? Вот мы сумели лихо... Ой. Так, попробуем-ка остановить эту вращающуюся штуку. Так. Вот таким образом. Я постоянно люблю ломать механизмы, мое одно из любимых занятий, наверное. Это было нечестно. Кстати, щиты пробиваются после нескольких выстрелов, ну, в данном случае, из лука, естественно. А почему я сказал выстрелов и из лука? Потому что потом у нас должен появиться еще молот у рыцаря. Фактически это будет являться броском, но
Я же должен как-то был отмазаться, что я сказал слово «выстрел». А, он умер или нет? Что-то не понял. Ну ладно. Обычно внизу колбы. А, ну вот они тут. Тут не внизу, они тут. Дурачок. Так, как же вы тогда бы мне залезть-то? Хм. Тут ни к чему нельзя прицепиться. А поверху там можно было пройти? Я просто не помню. Нет. Что-то. Ну, видимо, вариант только один, это понаставить кубов сюда. Больше я вариантов не вижу. Так, и можно, наверное, еще один большой кубик. Хм. Ау. Да. На одни и те же грабли, как говорится. Видимо, пока все не умрут, я не остановлюсь. Так, как же бы сделать получше? Что-то я туплю. А, так это, чё, я же могу прицепиться, в чем была проблема вообще? О, засада. Я мастерски не уворачиваюсь вообще. Потому что я очень не силен в этом деле, как вы видите. Ну, повезло просто, что скелет упал. Так, надо взять этот опыт. И, собственно говоря... У меня такое чувство, что уровень скоро закончится. Хотя я могу быть неправым без проблем. Они продолжают почему-то внизу там появляться. Не знаю почему. Ну, мы отрежем все пути наверх. Просто. Ну ладно, пусть появляется. Чё я? Мне жалко, что ли? Ой. Интересно, стрелы потом упадут вниз? Ну, лучше просто их вот таким вот образом, особо не натягивая тетиву. Ну, должны же в него попасть. Вот. Привет. Многие из вас могли заметить, что как-то я перестал активно комментировать, потому что, честно говоря, у меня кончились идеи, о чем я могу еще сказать. Не знаю почему. Какой-то вот дефицит мысли. Так, я бы наверх бы еще залез бы. А как бы мне хитро залезть наверх? А попробуем опустить это просто. Вот так вот. Ништяк. А тут я не хочу рисковать. Просто лучше сделаю доску. Потому что у меня нынче проблема с прыжками, как вы могли заметить. Так. У нас еще вот она. Колбочка одна. Ой. Так, сейчас надо хитро будет как-то. Вперед! Отлично. Что ты будешь делать? Это уже... Это уже что-то как-то даже немножко неинтересно, что они так не могут ничего интересного придумать. Так, что сделать здесь нам? Здесь бы я бы тоже доску сделал. Так, подумать надо еще раз, что-то доска не очень помогла. Если мы с упором вниз сделаем. Во. Ой. Что-то я загляделся. Так, все, никто не хочет больше появиться. Это хорошо. Так, и куб просто сюда запихаем. О, нормал. Так, да не очень. Так. Логическая задача. Я очень не силен в логических задачах, кстати говоря.
Можно попробовать фишку с левитацией. То есть делаем еще один куб. И погнали. Давай, поднимай их, чё. У нас мана тратится, давай поднимай. Ох. Ой, нет! Нет! Фух! Так, тогда нам надо это... По-хорошему бы взять еще энергию, но энергия у нас сейчас отрегенится. Мы пока уничтожим всю эту фиганду и попытаемся читерить. Лихо. Так, ну давай. Пробуем. Во второй игре эта фишка работает. А! Стой, стой, стой! Твою мать. А, простите, пожалуйста. Это прям эквилибриум. Так. Тихонько, погнали. Тихонько, тихонько. Да что такое? Какие еще есть идеи? У меня что-то никаких нет. Как я туда залазил, я уже забыл. Ну, по-моему, как-то я хитро просто доски поставил сюда. То есть, фактически, там были шипы, и, по-моему, как-то на шипы просто доску приделал. Такое, как бы, вероятно. Нет. Так, ура. А, с одним проблемой решили. Что делать дальше? Да что такое? Нет, не получается никак все. Не одолеть это. Да что ты будешь делать? Наверняка же просто это все решается, а я сейчас сижу, туплю, позорюсь. Так. Я мог что-то пропустить. Нет! Нет! Да. Ну, слава богу, реген прямо у нас здесь, на месте, так что... Тут надо подумать, скажем так. Попробуем равновесие установить, стоя наверху. Вроде получается. Так, нет, не очень. Не очень получается. То ли я зацеплялся здесь как-то, то ли что. Вот играя, конечно, вдвоем без проблем, то есть... А, нет, волшебнику все равно туда. А, ну, как? Играя вторым, можно сделать следующую фишку. А, волшебник конжурит просто какой-нибудь куб, на нем поднимает, соответственно, второго персонажа, ну или сразу двух, и просто умирает, и ждет, пока следующий персонаж дойдет до чекпоинта, и там они уже воскресятся. Чит, конечно, но что поделать. Он даже во второй части остался еще. Ах. То ли мне выключить и подождать, пока я смогу разобраться с этой ерундой. Наверное, так и сделаем. То есть, предположить... А с другой стороны, как я сохранюсь-то тогда? Никак. То есть, тут проблема такая, что сохраняться-то нельзя, и я, даже если я чекпоинт прошел, все равно я, по-моему, начну с начала этого уровня. Давай, думай. Но чтобы думать, нам нужна энергия. Это не очень хорошо. Поищем, может, бутылочки какие-нибудь? Или кубы. То есть нам надо просто по максимуму найти инвентаря, с которым можно работать. Так, что даже сквозь щит пробивает она, что ли? Нет, сквозь щит не пробивает. Ну ладно, это нам особо ничего не даст. Так, что у нас тут есть? Тут шипы. То есть фактически... А, все, я, кажется, понял. Надеюсь, сейчас на два конжура нам хватит. Энергии. Первое, что надо сделать, это так, чтобы эта вот вторая фиганда не вращалась. То есть, фактически, что я могу там поставить? Могу поставить доску. Вот здесь вот. Эй, а ну-ка. А ну-ка, ставься. Да ладно, давай. Да что ты будешь делать? Вот. Это, значит, будет раз. Даже его пониже чуть-чуть опустим. И вторая фишка — это... Нет, немножко не так, как хотел, конечно, получилось. Я хотел, чтобы она провернулась. Во, да, и теперь фига здесь куб. А, да, я такой умный. Наконец-то мы прошли еще следующий уровень. Пожалуй, еще два уровня, и надо будет сделать перерыв. Эту часть я тоже выложу. Почему нет?
Потом, в принципе, я не буду делать, наверное, новые просто выкладки видео, а просто в этой новости просто, сколько раз я сказал уже слово «просто», добавлю, добавлю следующей части. То есть не буду спамить, скажем так, в раздел с видео. Зачем мне это надо? Там мне незачем абсолютно это. О, новый противник. Видимо, они все-таки все с ярмарки приехали, потому что этот скелет дышит огнем. То есть акробаты у нас уже были. Теперь вот ребята, пироманы такие. Они простреливаются. О, да, как замечательно получилось. Товарищ щитом ликвидируется тоже достаточно быстро. Я тоже перехватил немножко, конечно. Так, как бы сделать здесь поприкольнее, чтобы эффектно было? Задумка такая, что я сейчас генерирую тут куб. Как обычно, знаете, бывает в фильмах, чувак там рассказывает план и сразу его типа показывает, как он реализуется, а потом все получается не так, как должно быть. Вот прямо сейчас будет то же самое. Здесь делаем куб, запрыгиваю на куб, отрубаю этот, и пока он падает, я должен был запрыгнуть туда и... Да. Был хороший вариант, кстати. Ну, попробуем сделать... А, нет, нам не нужен куб, нам нужна доска. И мы ей сейчас выковыряем это. Давай. Давай туда. Выковыривайся ты. Так, одна есть. Давай вторую. А? А! Так, как бы сделать ее так, чтобы она сама сползла? Блин, энергия-то тратится. Ладно. Сделаем следующим образом тогда. Теперь уже можно, наверное, кубом это сдвинуть. Давай. Отлично. А, как обычно, прям статья из книги «Как выйти из любой ситуации, если у вас есть куб». Видимо, мне надо как-то пробить. Да, тут масса у кулака каменного больше, чем у металлического куба, куба с шестеренками, поэтому... Поэтому он пробил, собственно, то, что мы видели. Зря спустился. Вот как обычно, я как выпущу, так они сразу появляются. Сейчас спущусь стопудово, мне даже не спускаться не надо. Но? А? Предсказуемые? Вообще, да, нельзя. Сейчас мне просто уже надоело сюда подниматься опять. Так, можно ли как-нибудь хитро? Так. Эта игра не относится к виду тех, где вы умираете при попадании в воду, поэтому, в принципе, можем спокойно спрыгивать. Может быть, даже что интересного найдем там. Какие-то светящиеся непонятные штуки. А вот скелеты воду не очень любят, как вы можете заметить. Они плавают только одним стилем, топором. Очень замечательная шутка, согласитесь. Вот вроде там что-то есть. Надо попробовать сейчас проплыть туда. Да, секретик. Нам осталось буквально две всего лишь штуки опыта до следующего уровня. Но я надеюсь, что мы сможем получить это, вот ликвидируя данных товарищей. Вот. Вроде я никого не убил, а уже получил. Вот еще. Видимо, там массовый суицид пошел у скелетов. Обычное явление в наше время. Да, так. Что мы можем сделать? А что-то не особо тут много. Цена 3. Силу титанов мы практически не используем, поэтому лучше подождем следующего уровня, чтобы фигандуть туда еще одно очко. Так, здесь что мы можем сделать? Здесь только добавить одну доску. Фактически ни на что другое у нас больше не хватает. Попрыгали дальше. Пейзажи замечательные. Прям вот мне нравится, как создатели, программисты, не знаю, как называют этих людей. Ой. Проработали... вообще дизайн уровней, то есть во второй части они еще более красивые, что непосредственно радует глаз при максимальных настройках.
То есть, если в данный момент движущийся предмет на заднем плане ограничены лишь вот водой, к примеру, да, или чем-нибудь еще, то во второй части просто их уйма. Просто масса всего. Так, надо как-то туда попасть. Сейчас ликвидируем товарища. Вообще у нас кубов тут предостаточно. Зря я подобрал сейчас все эти вуальки с энергией. Надо было это сделать потом. После того, как я... Да. Так, попробуем-ка. Вот тут еще один куб. Ой, к слову, как хорошо, что я тебя увидел. Тут еще одна колбочка была. Так. С раскача не получится туда заесть. Попробуем как-нибудь тогда кубики пособирать. Да и к черту, что я это буду собирать. Мы можем, в принципе, создать и пофиг. Просто вот так вот. Ой. На это мы не рассчитывали, конечно. Я люблю ломать вообще все, что потом строят. Это такое удовольствие. Здесь у нас вроде тоже ничего уже нет. Кто-то появился, по-моему. Нет? Ладно. О, куб наш уехал. Уф, надо было его подвинуть, конечно. Ну ладно, что ж теперь? Что ж теперь сделаешь? Ой. Это, согласитесь, вышло удачно. Что за чит? А ну лезь вот сам сюда теперь, а? Хотя бы слово сдержал свое и утонул. Так, ой, тут глубина-то нормальная. Вообще, я не силен, как бы, в физике особо, но давление тут неплохое должно быть уже на такой глубине. То есть без акваланга плавать, наверное, фигово. Нет, ну скоро. Сколько уже? 2 атмосферы? Или сколько? Что-то прям очень... Мы опускаемся далеко. Я сейчас, по-моему, сдохну. Но это того стоило, согласитесь. И, конечно же, не стоило. Потому что... У нас теперь остался только один плавающий персонаж нормально, потому что рыцарь плавает вот таким образом. Просто он плавает вниз. Скажем так. То есть плавать вверх он не может. Он может только подпрыгивать и как бы по инерции немножко так вот дайвить туда. Еще нехорошая вещь, что переключая персонажа, объем воздуха у него остается тот же самый. То есть, если я, к примеру, решил схитрить, да, и проплыть персонажами переключаясь между собой, мол, типа, я им не играю, и воздух у него наберется. Нет. То есть, если я вдруг переключусь, вот, допустим, да, рыцарь у нас плавает, у него воздух тратится, переключаясь на волшебника, полный запас кислорода, да, обратно на рыцаря, начинается там, откуда закончился. То есть, так, у нас еще, блин, воровка-то мертвая. А, все, нормал. Так, как я туда попадал? А туда я попадал тоже очень просто довольно, по-моему. Это, занимаясь нашим любимым занятием, насаживая кубы. Да ладно. Придется, да ладно, я не буду тащить тот куб, просто создам доску. И на этом, о, прикольная горочка получилась. Да ладно, ну. Да. У нас теперь получилась самодельная беговая дорожка, может, и нас поздравить. Ну, мы лучше возьмем вот этого товарища отсюда и поставим его на место. Неплохо. По-моему, неплохо. Ну, а теперь мы можем приспокойненько собрать все интересующие нас предметы, которые находились в недоступном для обычных щеток месте. Ой, какой кошмар. А, ненавижу звук бьющегося здесь. Так, стоп, нет, не падай туда. Там что-то ценное наверняка. Падай куда-нибудь туда. Да. Ну, к слову, честно говоря, это был... Ой. Новый враг. Ужасно меня бесит. Летучая мышь, видимо. Ну, предположительно. Бесит потому, что они пролетают сквозь предметы. То есть, к примеру, я поставлю тут доску, они пролетят, вот, не глядя абсолютно. И согласитесь, это стрёмно как-то немножко. Потому что я не могу сквозь них пролетать, а они могут. Так, придется их убить.
Я еще промазал, блин. Ой, как красиво. Как красиво умирают летучие мыши. Попробуйте как-нибудь. И потом не говорите, что это я вас так научил делать. Да откуда вы беретесь? Хотя бы летели бы, что ли, сразу всей стаи, а то так по одной. Вот чё к чему, да? Это ловкая самая, поскольку я в нее уже стрел выпустил. Наверное, полный колчан. Хорошее название для фильма, кстати. Так, мне терзают смутные сомнения, что наверху у нас что-то интересное. Но это просто луч света. Луч света всегда дают надежду. О, да. Неожиданно. Согласитесь, было. Я забыл, что тут просто лучше доски сделать. И особо не пытаться прыгать. Не зря мы научились конжурить. Ой, две доски за раз. Так, а вот это не очень хорошо. Нам придется поднять эту и столкнуть. Да сталкивайся ты. Не энергия тратится, дура. А, все, норм. Теперь нормально. Забыл, что воровка у нас... Ой, а как сюда-то пройти? Воровка у нас не воскрешена до сих пор. Как же... А, ну можешь накидать просто камней сюда. Ну, вообще камни тонут, как бы. Насколько мне известно. Я могу попробовать так вот сделать. Нет, лучше так не пробовать делать. Оп. Я хотел опять читерить, пока куб падает, от него оттолкнуться, как Человек-паук. И запрыгнуть вот так вот. Неплохо. Интересно, кстати, новый фильм «Человек-паук» выходит в 2012 году. Должен быть наверняка круче. Кристалл зачарованной энергии. А, ништяк, то, что нам нужно. Ой, тут у нас мины, смотрите-ка. Они, к сожалению, не взрываются, или к счастью, я даже не знаю. Но вот как бы... Я их первый раз не заметил, просто накололся, ну ура. Вот так вот, да. Спасибо, что продемонстрировал это. Ой, наконец-то мы сможем резнуть на нашу воровку. Воспользуемся ситуацией. И убьем скелета, который не может ничего делать пока... Ой-ой-ой, ёшеньки. Сколько вас тут много-то? Эй, как меня... Ах, ты что такое? Ничего, часть вторая, ревенж у нас пошел. Так, если не ошибаюсь, там кто-то был. Нет, судя по звуку, не попал. А теперь попал. Так. Кто-то умер снизу каким-то образом, хотя туда даже не стрелял. Но не первый раз наблюдается суицид массовый среди скелетов. Тут бы неплохо было бы, если бы можно было там, не знаю, какой-нибудь... А сюда не попасть просто так. Какой-нибудь шотган. Просто очень полезная вещь была бы. Но фактически, делая... То есть, если мы таланты вкачнем на 3 стрелы, скелет сейчас сам умрет, то эффект будет, в принципе, такой же, как от шотгана. То есть, очень... Ой-ой-ой-ой. Так, тут, я помню, тоже была проблема у меня перейти. Проблема заключается в том, что... Эту штуку надо как-то раскачать. Так, нет, тогда мы в эту сторону ее сначала... Теперь она должна раскачаться и позволить нам перелететь сюда. А, нет, 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 скорее, скорее. Так. Да что ты будешь делать? Придется еще раз залезть наверх, раскачать эту штукенцию и в этот раз просто... зацепившись предварительно группуном, за нее перелететь вон на ту сторону, на нижний уровень. Ох, как удачно. Я бы мог свалиться вообще-то. Умрите, умрите. Извините. Опять нас обрубят? Нет. Ну, с-
все равно было достаточно больно, нужно признать. Я так думаю, этот скелет какой-то скриптовый был, слишком очевидно он упал туда. Да, он сейчас самоликвидируется, так сказать. Так, наверху у нас ничего нет там. Опять только лишь солнечный свет. Хотел сказать красивую фразу, но что-то... Видимо, они сегодня не сильно красноречив. Ой-ой-ой. Кстати, мы, наверное, уже заметили, что стрелы также воздействуют на интерактивные предметы, то есть всякие нагибающиеся доски и подобные чудеса. Вот. То есть я абсолютно практически не нажимаю выстрел, просто вот разовое нажатие, тем не менее, с такой же силой они летят. И... Как ты еще не умер там? Так. Ну ладно, не так сложно, в принципе. Ой. Так, и вот, прошли очередной уровень, с вашего позволения. На этом мы закончим данную часть трансляции. Я опять называю это трансляцией, записью прохождения этой замечательной игры под названием Трайн. Выложу эту часть, жду ваших фидбэков, опять же. И впоследствии запишу следующую. Но пока на сегодня это точно, наверное, все, потому что я достаточно долго, по-моему, уже играю. Черт его знает, но нас впереди ждет еще как минимум 8 уровней. Ну, мне так кажется, если я умею считать. А это под сомнением. Ну, спасибо, что смотрели, если вы смотрели. Если не смотрели, вы не в курсе, что я сейчас это говорю. Так что всего вам наилучшего. Хотел сказать, я и выключить трансляцию, но она опять глючит, и я не могу это сделать. Видимо, пока не завершу игру. Поэтому мы нажмем старт, и я выиграю в главное меню.